Ложь, короче, полно. Остатки воды сейчас выпьет. Животным не оставят. Не знаю, как я сейчас с сосами сначала справлюсь. Иначе они же меня накусают. Может быть, их это лопатой того. В общем, ладно, время идет. Надо успеть. Ну что, всем привет еще раз. Что мы сюда забрались? Будем дедовский способ использовать. В старых журналах описано. Лося ловить. Где написано, что животное еще со школы, я помню. И человек до 30 дней без еды могут обходиться, а без воды 10 дней. Сейчас, в общем, я задача какая? Копаю по колено где-нибудь. Ну и все. Лось заходит пить воду, застревает. И целый месяц может стоять меня ждать. Если пить захочет, попьет. А если есть, ну я через месяц все равно приеду. Вот так вот. Вот такой способ, в общем, будем тестировать. Что из этого выйдет, не знаю. Но хуже, я думаю, не будет, чем есть. Надо постараться, пока жара, потом дождики пойдут. И все, будет все шикарно. Место нашел случайно. На улице 30-ка, наверное, жары. Так. Ну вот этим местом мы будем заниматься. В общем, пытаюсь дальше копать. И вот эта жидкая грязь. Очень никто не говорил, что будет легко. Центр углублю. Ну что, копаю, наверное, часа три уже, если не больше. Ну вот я где-то по плечо уже мне уровень ямы. Воды нету. Выкопал я где-то самое глубокое место по пояс, наверное. Думал, я по колено копну и все. А оказывается, нифига. Так не получается.
мои запасы воды заканчиваются. 1,5 литра воды я уже выдал. Вот так вот. О, вроде хлюпает. Где-то влага рядом, наверное. Непонятно. Таскать уже надо далеко, высоко. Копая вот это место в центр. Понятно, что все еще завалится потом. Но все равно будет лучше, чем было. На улице хоть чуть прохладнее стало. Какие-то тучки, не тучки, маленько гонит. Так что вот так вот. Ну вот на штык еще копнул, и опять воды нету. Палки-палки. Ну, надо делать перекур. Ну что, не прошло и 6 часов, наверное, с моих пока пушек. Пробил, похоже, я дырочку какую-то. Вот сюда. На 2 штыка у меня лопата в одном месте уходит. И водичка вон, я не знаю, видно, не видно, сочится. Я думаю, до вот этой наберется сантиметров 40, наверное. То, что где-то вот с этого черного слоя, вот земляного, начинало сочиться. И нормально. И тут как раз у меня получается типа ступенек, как я ходил. Животные не застрянут. А может, дождями потом и половину наберется, еще если дожди будут. Так что вот так вот. Весь мокрый, в сапогах даже хлюпает, пот по всему мне бежит, сапоги. Сейчас остатки своей воды допью и в сторону дома надо выдвигаться. 17:48. Вот так вот он. Перепад, кстати, вот весной вода была. И сейчас на 2 метрах. Это к тому, какие у нас проблемы в этом году с водой. Так что вот так вот тут.